духом этой философии века. Его техника отработана, удары метки, резкие, четкие, дерзкие. Накануне бой — это вопрос чести. Это вопрос чести. Это вопрос чести. Как же мы, страх сломлен, никакой боли, безжалости. Шаг к победе, еще осталось самую малость. 3 минуты до начала боя. Вперед, Кёкушин, покажи, кто я. Его называли великим воином, первым покровителем мира, завоевателем моря. В борьбе между добром и злом его сила стала могуществом. Дух верный восточному ветру, восходящему солнцу на рассвете. Дух верный Ветхому Завету, его путь заложен в сотнях километров. Он на татами, как ангела ямой, кулаки, как камни, отправляет нокаут. Его философия — Кёкушин карате, бой самим собой. Хаджиме, он на татами, как ангела ямой, кулаки, как камни, отправляет нокаут. Его философия — Кёкушин карате, бой самим собой. Хаджиме. В глазах пламя, под ногами татами, и шепот молитвы разбитые устами. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли? Сдадитесь ли?